Но насчет нашего слова мы долго думали и решили. Стойте! Мы собрали все наши пожелания на пусты в этом сосуде и хотим передать его вам. Что ты наделал? Как нам теперь поздравить ребят? Все, над чем мы так долго работали, все наши старания пропали. Что делать? А давайте обратимся к нашим тайным агентам. Давай. Хороший. Дамы и господа, здороваться не будем. Виделись. Надеюсь, все меры предосторожности соблюдены. Постов нет. Эксперты ЕГЭ ликвидированы. Комната прослушивается, поэтому прошу имен не называть. Итак, господа, мы собрались сегодня здесь, чтобы сообщить о пренеприятнейшем известии. Из гимназии номер 6 выпускаются 11 классы. И для этого нам нужно собрать досье на каждый из классов. Классы были сформированы в 2005 году в БОУ гимназии номер 6. Первые учителя. Винярская Наталья Валентиновна, Тихомирова Ольга Николаевна, Феденович Надежда Максимовна. Дети были веселые, озорные, задорные, шаловливые и любознательные. Успешно окончив 4 класс, дети перешли в среднее звено, где проучились 5 лет. А окончили 9 класс весьма успешно. Классные руководители Аникина Нина Алексеевна, Лисенко Ольга Анатольевна, Погорелова Жанна Александровна, Желтова Наталья Александровна. Дети повзрослели, стали серьезными, собранными и ответственными. В 10 классе их разделили на социально-гуманитарный и социально-экономический профили. Отсюда и вышли наши 11 класс. 11 А. Классный руководитель Машкова Маргарита Павловна. 11 Б. Классный руководитель Лисенко Любовь Анатольевна. У 11 А. Любимый школьный предмет физическая культура. У 11 Б. Любимый школьный предмет общество знаний. Интересы у классов, как ни странно, одни и те же. Танцы, учеба, театр. Кажется, это все. Мы же еще должны передать это. У тебя разве есть шифровка? Нет, но я знаю, что нам поможет. И что же? Сейчас и выйдем.
Pretty mother pulled up in his flight. Cheeky mother had a hose on my flight.